влаги после сои нет, потому что соя все же поздно убираемая культура. Естественно, до последнего бьется за жизнь, забирая всю влагу, которая есть в почве. Это поле пашется заодно, можно сказать. И предшественник озимая пшеница. И влага здесь есть, потому что она закрыта. Лущение здесь было на этом участке после уборки. Это поле давно, конечно, не пахалось. Когда-то была кукуруза. Лет 6, наверное, точно не пахалось, потому что в 14-м здесь была яровая пшеница. Здесь был в основном топ-даун, либо дисковое орудие.